Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 24 мая 2021 года. Кустарник белая спирея. Или спирея вангутта. Спирея вангутта – это кустарник с разнообразной формой и окраской соцветий. Высота кустарника белой спиреи может достигнуть до 2 метров. В высоту и в ширину от 1,5 до 2 метров. Белая спирея – очень красивый кустарник, красивым, эффектным цветением. Цветение обычно начинается с середины мая или в начале летних месяцев. Продолжительность цветения – составляет от 2 до 3 недель. При поливе для спиреи важным моментом является температура воды. Растение не любит холодной воды и даже прохладную воду. В этом случае растение тратит питательные вещества и энергию для достижения необходимой температуры воды. И растение в этот момент тормозит в росте и развитии. Оптимальная температура для полива воды должна быть плюс 15-20 градусов. Белая спирея вангутта – светолюбивое растение. Ну что, ребятка, подойдем ближе к нашей белой спиреи вангутта. Смотри, какая красота. Красивая. Будто бы невеста в белом. Красивая. А там еще одна маленькая белая спирея. Дальше. Это я снимаю видео у соседей. Наша еще очень маленькая спирейка. А здесь где-то высота 1,75 м. Во мне 1,75 м. И она в мой рост. Белая спирея вангутта. Красота, да, ребятка? А так вот сейчас. Вот так посмотрим. Смотрите. Красиво. Да? Белая спирея вангутта. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята.